Ой, мне страшно. Ага. Ничего на скот. Привет, дорогие друзья, с вами тут Эмпаут, а мы сегодня будем играть в игру Totally Accurate Battlegrounds. Да, пока что мы будем одни без напарника, но может быть будет серия с напарником, но пока будем пробовать эту игрушку. В Steam она вышла недавно, месяц назад, да и стоит сейчас она 130 рублей, поэтому можешь быстренько заходить ее покупать. Вот так вот я Adidas дед, прям как из-за ИРКа борода у меня тут. На ногах Adidas, самый новый коллаб, стрелка в пол, дядя Коп. Как было, короче, решил я быть похожим на своего старого вождя, ну, потому что я был вождем, решил быть похожим на него. Ну ладно, Риди, нас ждет сегодня уйма угара. И вот самое странное, моя программа для записи не распознает эту игру как игрой, она не может ее выделить для записи. И меня это очень сильно взбудоражило, я не понял, какого хрена просто. Такая фигня происходит. Ну, хотя бы сейчас можем поиграть вот так. Я вот там по-хитрому решил по-другому записать. Вот такая вот она, без физики, без всего. Это игрушка такая веселая. Можно вот подойти. Поебалу дать вот так вот. На тебе. Говнюк. На тебе. Вот так, короче, мы можем сделать. Так, пока 20 выживших тут на карте у нас. Пока что сольный игрок такой буду. Ладно. Ну что, погнали. Так, карта. Поехали в Mountain Town. По-бырому так. Выпрыгиваем. О, катапульт пошла. Нифига, еще ничего не прогрузилось. Ну ладно, пофиг. Так, надо быстро. Это как Battlegrounds, в которую я ни хера не играл. Это первая игра, в которую я играю в этом жанре именно. О, заебись, сейчас обчистим, найдем тут что-нибудь. 43 выживших пока всего. Никто никого, бляха, не заградил. Так вот, я мамкин паркурист. Такого потрошки. Так, это что? Хрень какая-то. Пианино тут. О, крюк. Зашибись. Подраться можно. Так, давай еще в окно, в форточку. Все, зашибись. И патроны есть. И пластырь есть там, если что, налепить кое-куда. Так, ладно, погнали. Это шлем какого уровня? Еще лучше? Или у меня... А, у меня и так заебись шлем. Самый охуенный шлем в игре. Ну, хотя не факт. Ну, ладно, у меня теперь еще вот такой дробашек будет. Надо в этой игре самое важное выжить и следить за зоной. Я пока нахожусь в зоне... И это хорошо. Кого так вот без физики, без всего. Вот. Или тут я не понимаю. Тут вообще какая-то определенная физика другая в игре. Так, вот это вот явно лучше, чем то, что у меня было. Намного лучше. Так, еще только ему переключить тут. Стрельбу на фул авто. Все переключил. Это что такое? Рыба там какая-то. Погодите. Ух, нифига, так быстро выживший кончается. Уже 27 выживших. Во, селедка сражаться буду. Зашибись. Так, вон, оу-оу-оу. Погнали еще. Посмотрим, что у нас тут. Сейчас они все будут к этим домам подходить. Самое главное, тут разбиться нельзя.
В этом-то и весь кайф, можно делать всякую хрень полную, так это что? Барахло какое-то, так, вот через окно в лес, так, погнали. О, патроны. Офигенно. Офигенно. Так, еще патроны, ух ты ж. Офигенно, будь за место дробаша. Вот это еще штука. Вообще машина. Что-то мне показалось, кто-то там стрелял. Вообще такая игра просто зачетная. Так, они уже где-то тут, ну. Скоты эти. Они жить еще тут можно, вот да, парами играть в эту игру. Но пока я. Оу, без пары. Мне вообще рисково тут одному выживать, так сказать. Патроны никому не оставлять. Никому не оставлять. Патроны ничего не оставлять. Подсказок тут нет, но подбирать на букву F английскую, короче. Для тех, кто хочет в нее попробовать сыграть, разумеется. Так, мы пока в зоне находимся. А в окно. Вот вообще без проблем. Вот в окно запрыгнули. Так, пока выживших тут не вижу других, но... Надо идти на риск, обчищать дома, пока заменяйте дома, кто-то другой не обчистил. Так, у меня теперь есть это. Не, нельзя что-то одеть, походу. Так, опа, еще патроны. Еще один прицел. Так, который я нифига не могу надеть, но без разницы. Так, вот сейчас вот зона сокращается. Надо где-то найти вот мне позицию и спрятаться. А потом снимать их потихонечку. Козлов и таких. Воу! Ух ты ж нихера. Так, за ним сейчас... Воу! Как мне везет сегодня, слышите? Прям... Везет так везет. Никогда раньше. Уже двоих человек снял. Так, патронов никому не оставлять, главное. 18 выживших. Зона сокращается. Они сейчас все сюда попрут. Все скоты-то эти. Уже день ближе к вечеру. А я снял двоих выживших. Круто. Хотя вчера вообще сливали по полной. С палайтом. Но без разницы. Я вчера четверых человек тоже убил, но сейчас я что-то как мастер играть стал. Ну ладно, не буду зазнаваться, а то сейчас еще солью катку, а хочется, знаете, выжить. Очень охота выжить. Ну, судя по всему, это какие-то нубы попались, прям как я. Но я уже не такой уж нуб-то. Так, у нас что тут? Меч еще есть. Зашибись. Так. Если понравилась игра, ставь лайкосик. Я буду тебе еще снимать эту игрушку. Да еще с напарником, разумеется. Поэтому, если тебе понравилась игрушка, обязательно ставь лайк. Пиши хороший комментарий. И будет продолжение данной рубрики. Обязательно будет. Так, ладно, понеслась. Надо на крышу. Ёбаный рот. Я ебан. Не получилось. Не фартануло. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. 14 выживших осталось. Все меньше и меньше. Я занимаюсь какой-то херней. Так, зашибись, еще патроны. Главное патроны-то не упускать. И все будет классно.
Так, это фуаф, да, может быть подхилиться немножечко. Так, все, бинтом подхилился. Так, еще патроны. Хорошее место такое тут нашел. Уже долго держусь, так сказать. Не, ну селедка это вообще топовая. Топовая селедочка. Так, ладно. Двенадцать выживших осталось. Пока ни один не попадался. Опа. А, все-таки в мае в Маунтинс городе будет это у нас финальная схватка, походу. Поэтому надо аккуратней. Подбирать патроны, всю эту фигню, чтоб никому не досталось то, что сейчас финальная схватка будет именно тут. Это опасненько, я вам скажу. Не, ну тот пацан, судя по всему, хотел меня в крысу убить, но у него не фартануло. Вообще ни в какую не фартануло у него это дело. Так, если что, можно вот этот вот, если там кто-то поближе подойдет. Ну да, вот мне на дальней дистанции. Аук, так сказать. Да, финальная схватка будет тут. Да, сейчас уже тут сократится все и будет именно тут. Схваточ финальный. 10 выживших уже. Ёкаломане. А прикол сейчас все-таки я смогу выжить. И попаду тут в топчик. Не, ну игрушка забавная, всем советую. До этого была бесплатная версия, сейчас она платная. Но я, правда, в бесплатную версию что-то не хотел играть. Вот как она именно стала платной, но купил ее за 130 рублей. У меня все равно было на Стиме 145 рублей просто так. Я такой подумал, а почему бы и нет? Почему бы не попробовать, так сказать? Так, показалось, не показалось. Где люди-то? Так вот и зона сократилась. Да. Так, стоп. Надо вообще аккуратнее действовать. Надо мне тут все дома эти обчистить. Вот так-то это все опасно. Я обчищал. Да, хорош я для деда в Адидасе. Так. Что тут у нас? Зашибись, выгляжу зачетно. О боже. Взял рыбу ради угара. Так, вроде вы что-то слышали, да? Я тоже что-то слышал, и мне это не сильно понравилось. Ага, вон он. Такая. Скраб попал. Надо его зачистить и убить. Спалился чувачок. Прыгает тут, гоняет, ишь ты. Хера тут патрон, блядь, я оставил. Вот мне страшно. Ага. Ага. Еще на скот. А, сучара-то, а. Ну ладно, было весело, признайте, да? Так, ну, можно, думаю, еще вторую катку сыграть. В принципе, а почему бы и нет? Давай вторую финальную каточку сыграем.
А я что-то не понял, какого хрена тут один выживший? Никто больше не зашел. Какого хрена тут творится? Не, ну знаете, если снимать с напарником, было бы угарнее просто. Я еще не такой уж профессионал, но я попытался. Адидас, пацан. Не, ну ладно, что тянуть-то? Ну что же, дорогие друзья, не получилось сейчас старая катка сыграть. Ну ладно, это вообще не важно. Я думаю, вам уже просто понравились эти пары минут. Если вам реально понравилась игрушка, вы хотите от меня этой игрушки побольше, то можете поставить свой лайкосик, как я говорю, написать комментарий, хороший отзыв, поставить колокольчик обязательно на моем канале, подписаться, и будет следующая серия намного больше, а возможно даже и с напарником. Поэтому, ну что ж, дорогие друзья, с вами был Кутенпал. Всем до скорых встреч, всем удачи, всем пока.